Так, привет, мои друзья. Сегодня мы находимся в Вильнюсе, Литва. Посмотрим, как принимает нас местная организация Бушидо Кей-О-Кей. Вот, идем сейчас, направляемся в свой номер. Идем в него. Вроде гостиница красивая, какая-то необычная. Вот. Сейчас посмотрим номер. Наш номер 505. Так. Вот и что там. Как там? Ну, номер неплохой. Большая кровать. То, что нужно для одного бойца. Да. Был бы я с тренером, было бы места очень мало. В принципе, я доволен. Вот. Вид из окна. Я в зеркале. Hello. И повидайте лика завтра турнира, я сегодня уже держусь. Как обычно. Литва встречает. Две или одна? Две. Две. Lengviau pasitenk kelias traumuotas. Lengviau, Marko. Žmogų kova rytoj. Lengviau, Juozai. Мой друг Лауринас из Литвы. Скоро он приедет на Украину поучаться в нашем турнире. Так что на связи, ждем его и болеем. И следим за новостями. Thank you very much. Что, пару слов. Юрий, как подготовка? Что думаешь о своем сопернике? Томас Покупинскас. Достаточно сильный соперник.
У меня была много достойных и сильных соперников. У нас повелось управиться с сильным Георгием, так тяжело сломать. Так что завтра увидите очень красивый, яркий бой. Тренер Конкино, Циприя, да? Тройка. Салайга, тренер Конкино, Савикла, Сажуэн, Сор. Ну как, в аудитории каждого идеально играет Жакова. Теперь то же самое, только отпускав руки. Не, тоже. Как бы смотришь соперника тоже. Без кулаков. Отлично. Хорошо. Спасибо. Да, спасибо. Все. Когда можно фотографии и взять? Сейчас мы находимся в Siemens-арене. Вильнюс, Литва. Здесь будет проходить через час соревнования. Окей. И Бушидо. Фотографий много, а видео нет. Ну все. Ежика. Одна рука уже есть. Ага. Почти. Честной компании. Так, первая рука у меня пошла. Кулачище. Спасибо, Альфред, дай пять. Юрий Горбенко! From Lithuania, Tomas Pokutinskas! Сейчас
Round one. Это все дело и тренируйтесь, либо тренируйте. Короче, закончился мой очередной бой, правда, не так не ожидал, опять поражение, походу приходится меня завязывать с боями без правил, будем переходить, значит, полностью в карьере. А так, Виталий сейчас расскажет мои ошибки, как, что произошло, почему так произошло, я не знаю, ему было со стороны виднее. Скажи, это тоже ошибка, Сепро пришло, так что... Будем надеяться, что наступний бій виграєш. Не будемо розповідати про всі помилки. Маємо надію, що все гарне попереду. Ну так, головне, що ми живі, здорові. Бажаю вам успіху.